Всем привет, вы на канале Папа Может. В преддверии Нового года хочу показать вам мастер-класс, как сделать оригинальный бюджетный подарок на этот праздник. Но прежде чем начать, хочу порекомендовать вам нажать на красную кнопку подписаться. И чтобы не пропустить следующий выпуск, нажмите на колокольчик. Погнали! Для основы этой идеи мы взяли вот такой одноразовый стаканчик. И сейчас мы попробуем из него сделать елочную игрушку, поместив туда внутрь киндер-сюрприз. Возьмем ватный диск, и поскольку вот эта часть немного больше его, то мы этот ватный диск немного растянем. Посередине сделаем небольшое отверстие. Вот эту часть намажем клеем. Приклеиваем наш ватный диск. Вот этот штырек мы обмотаем мишурой. Вот на эту часть наносим клей при помощи клеевого пистолета. Приделываем наш киндер. Вот в эту часть стаканчика я насыпал немного пенопластовых шариков, которые взял я из кресла груши. И теперь будем как-то пытаться это дело соединить. Должно получиться как-то так. При помощи все того же клеевого пистолета соединяем одну часть с другой частью стаканчика. Остатки клея обрежем канцелярским ножом. При помощи разогретого шила в этой верхушке проделаем отверстие. Продеваем туда капроновую нить. Завязываем ее. Чтобы нитка не распушилась, подпалим немного ее зажигалкой. Узелок спрячем в проделанное ранее отверстие. Вот эту часть нашего уже бывшего стаканчика обмотаем мишурой. Вот такая оригинальная елочная игрушка у нас получилась. Но добавив еще немного фантазии, мы сделали такую же елочную игрушку с чупа-чупсом и конфетами внутри. И даже вот с таким милым снеговиком. Но это еще не предел фантазии. Можно ставить елочную игрушку, сняв с нее колпачок. Она прям идеально вставляется. И думаю, тоже неплохо получится. Вообще скажу, что идея не имеет границ, так что фантазируйте и творите. Красота-то какая! Лепота! Если вам понравилась такая идея, ставьте лайки, пишите комментарии и увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока!